Дороги для Сочи, как в целом и для всей страны, самая важная проблема, которая в нашем городе решается активно, начиная с 2013 года. По оценке экспертов, Сочи – одни из самых лучших дорог в России. Раньше средства на ремонт шли из Краевого дорожного фонда, теперь их выделяют по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Он рассчитан на 6 лет. Самое главное, что этот проект дает не только ремонт, но и даст возможность строительства новых дорог, реконструкцию дорог. Что такое реконструкция? Это возможность не только полотно, значит, асфальтом покрывать, но и строить тротуары, освещение, ливневки, что немаловажно для дорог нашего города. Реализация национального проекта на курорте позволит действовать и другому проекту, партийному, со схожим названием «Безопасные дороги». Он направлен на формирование культуры ответственного вождения и безопасного поведения пешеходов, а также контролю за состоянием дорожного полотна. Сегодня депутаты Государственной Думы пообщались с местными жителями в микрорайоне Благодать. У них и поинтересовались, как Сочи ремонтирует дороги и все ли в курортном городе готово к началу реализации еще более масштабного проекта. Во всех субъектах у нас есть региональные координаторы и созданы общественные советы, координирующие работу по реализации именно национального проекта. Для нас очень важен ход исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начиная с прихода денежных средств в субъекты Российской Федерации, подведением промежуточных итогов, которые мы собираемся сделать в июне месяце, и, соответственно, окончанием работ, приемкой работ. Сочи в этом году получит 860 миллионов рублей. Из федерального бюджета 664 миллиона, четвертую часть из бюджета Краснодарского края. Подрядная организация уже готова к ремонту автодорог, который начнется в мае и продлится полгода. Все улицы, которые у нас будут отремонтированы и в этом году, они прошли общественное слушание. То есть первое, с кем мы советуемся и определяем, какие улицы делать, это, конечно, общественность. Но, безусловно, выделяется приоритет на улицы, где наиболее интенсивное движение, где ходит общественный транспорт, подъездные пути к социально значимым объектам, к объектам показа, что важно для нашего города. До 1 декабря в Сочи отремонтируют 63 автомобильных дороги протяженностью более 83 километров. В центральном районе, например, обновят улицы Конституции, Островского, в целом 19 улиц. Полный перечень дорог, которые планируется привести в порядок по федеральной программе, размещен на сайте администрации города Сочи. В него включены и сельские дороги. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.